Долго еще ехать? Нет, почти приехали уже. Жаль, что вы не успели познакомиться со своей бабушкой, пока она еще была жива. Теперь нужно хотя бы попрощаться с ней. Я познакомлю Аришу со своей бабушкой. Они подружатся. Ну вот и приехали. Все на выход. Все за мной. Славик, подними ключ. Он должен быть под ковриком. Смотрите миллионы коротких видео где угодно в ВК-клипах. Я занимать кровать. Я понимаю, что ты здесь вырос, но мне здесь как-то не по себе. Не тревожься. Всего одну ночь здесь переночуем. Завтра пройдут похороны, и мы домой поедем. Никогда этого не понимала. Почему мы должны ночевать в одной квартире с покойницей? Уже совсем поздно. Пора бы поспать. Посидим еще немного, пока дети не улягутся.